русских движется сюда с огромной скоростью. Буквально через 15 минут они уже будут на подступах к фабрике. Мы должны отстоять этот бой. Я надеюсь на вас. Готовьтесь к обороне и удачи! Ранили меня!
Отряд 57-й стрелковой дивизии так и не покинул город Сталинград вместе с основными войсками. Несколько солдат под руководством Геннадия Лукового наносили диверсионные удары по немецким войскам в городе и окружных деревнях, что очень сильно вредило военной машине Германии. Через несколько месяцев Геннадия захватят в плен. В 45-м его освободят оккупационные советские войска, и в 47-м году он будет признан предателем. Расстреляют его 12 ноября 1947 года.